Руководитель аппарата губернатора Югры Ольга Белоножкина покидает свой пост. Об этом сообщили в окружном департаменте внешних и общественных связей. Причиной ухода является переезд в другой регион. Напомним, Ольга Белоножкина заняла пост заместителя губернатора в 2015 году. Она курировала исполнение региональными органами власти поручений и решений главы и правительства округа. Исполнять обязанности Белоножкиной будет ее первый заместитель Андрей Мастерских.